Добрый день! Вас приветствует служба технической поддержки компании Technoel. Сегодня мы разберем сброс на заводские установки ресиверов серии GS8300. Для того, чтобы осуществить сброс на заводские установки, нам необходимо на пульте дистанционного управления нажать кнопку меню. В меню выбрать настройки. В настройках выбрать заводские установки. Меню нам предложит сбросить на заводские установки. Нажмем кнопку F1 на пульте управления. Потом подтвердим свой выбор. Да. Ресивер выключается и перезагружается. После этого необходимо нажать кнопку включения на пульте управления. У нас появится первая установка. Выбираем язык. Русский. Далее. Выбираем оператор. Триколор ТВ. Далее. Настройки АВ-выхода оставляем в автоматическом режиме. Установка времени оставляем в автоматическом режиме. Настройка антенны по умолчанию. Смотрим уровень и качество сигнала. Две нижние шкалы. Они должны быть более 80-70%. Либо более. Нажимаем «Далее». Выбираем регион основной. Ресивер производит поиск каналов. После этого нам необходимо сохранить найденные каналы. Выбираем «Да», нажимаем кнопку «Ок». Все, сброс на заводские установки произведен, можем пользоваться ресивером.